А перед просмотром видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Бухта Дэниела. На его канале ты сможешь найти различные выживания с различными модами, выживание в плоском мире, а также игра в другие различные игры. Зайдя сюда, вы поможете и ему, и также поддержите меня. Поэтому, ребята, ссылочка в описании, и также вы видите ее на своем экране. Еще раз попрошу всех зайти подписаться, и всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдистон. Мы продолжаем играть в Minecraft Монопиксельмон. Добро пожаловать в наш 5-й сезон. Всем добро пожаловать, ребята. И перед тем, как что-то начинать, точнее, продолжать прокачивать или искать, или еще что-то делать с покемонами, хотел бы объясниться, почему 2 или 3 дня не было Пиксельмона. А связано, ребята, это с тем, что я ходил к врачу, в том смысле, что мне нужно было вырывать зуб мудрости, а это, в принципе, самый такой зуб, который не само просто вырывается. Но оказалось, что он, в принципе, просто вырывается, но боли настают тогда, когда уже отходит обезболивающие, точнее, наркоз, да, и потом такие ужасные боли начинаются, что это с ума сойти. Поэтому, ребята, я где-то день-полтора просто-напросто разговаривать не мог, и поэтому мне было, если честно, даже тяжело жевать. Я где-то день тупо подряд не кушал, потому что реально мне было как-то даже сложно кушать. Поэтому, ребята, я за это извиняюсь. Я сейчас записал, потому что я только что обезболивающие выпил. Я пью 2 раза в день обезболивающие, потому что если я не пью, то это потом с ума сойти от боли. Можно, когда это тут начинает болеть. Да и теперь, в принципе, болит, но не так сильно, как без обезболивающего. Поэтому, ребята, я прошу прощения, но я надеюсь, что вы меня, в принципе, тоже поймете, потому что как-то через нереальные боли я, ну просто не мог я начать записывать видео. Я хотел, но думаю, да ну нафиг, я лучше отдохну, чтобы быстрее у меня прошла боль, чтобы я потом быстрее записал новую серию, то есть чтобы она вышла в ближайшее время, чем я бы так парился с той болью, и потом бы еще, наверное, еще больше бы болело, потому что вот я так тараторю, и, в принципе, потом еще, в принципе, может больше разболеться. Ребята, я не понимаю, почему у меня лагает, когда я играю с камерой, потому что то ли камера много так живет, хотя у меня до хрена и азушки, и памяти, и что, в принципе, столько жрать не должно, но у каждого какие-то свои причуды, ребята. Поэтому я, наверное, шейдеры иногда буду выключать, когда я с камерой, потому что это жопа просто. Когда с камерой, это глючит, что с ума сойти. И я, если честно, не знаю, что тут сделать, что тут выключить, чтобы это не лагало. Ну все же, ребята, что нам нужно, что мы будем делать? Нам еще осталось 180 убийств в этой серии. Сколько там уже прошло? Ну, пару минут. В этой серии нам хотя бы нужно дойти к 150 убийствам, слотам, точнее, заполненных в арбе, чтобы потом уже где-то через 2-3 серии, чтобы мы уже наконец-то заспавнили Завдуса. Ребят, сейчас наушники одену, я их, смотрите, я их тут поломал нафиг. Единственный вариант, который я нашел, это заклеить скотчем. Твою мать. Новые двухлетние наушники застряли между компьютером и стеной, я такой беру. Твою мать, что они там не высовываются? Потом смотрю, уже одного уха капут. Ну ладно, нужно быть повнимательным, но, в принципе, наушники — это такое дело, знаете, со всеми случаются такие дела с наушниками, поэтому ладно. Исправил как мог, поэтому. Риолу, ребята, сколько там еще нам? Риолу 124. В принципе, нормально. Сейчас ночью, пока есть возможность, сколько там уже, ну, давайте, в принципе, ночь только что наступила, быстренько слетаем на бишарпах, чтобы, на бишарпов, нет, не 75, опять забыл, вот так, чтобы, в принципе, и орб, во-первых, прокачать, потому что орб нужно прокачать, и прокачать наших покемонов, в том числе Риолу. Давайте, ребят, сейчас, хотя нет, самое сладкое напоследок, давайте первое у нас будет Пунита. Сколько еще там уровней? Ну, где-то 10-15 уровней. Потом Дивоту еще 10 уровней. Ну, в принципе,
принципе, тогда вот так. Ага, сначала мы будем его-то качать, а за ним Буниту, да? После того, как мы их прокачаем, мы начнем прокачивать Риолу, самое сладкое такое, и Шелгуна. В принципе, Шелгуна тоже еще до хрена нужно, ребята, прокачать. Качалка Блисси создается потихоньку-потихоньку. Опять Риолу. Хотя, в принципе, нормально. Сейчас Риолу где-то 5 уровней выиграет, там уже до хрена и счастье пойдет. Вот смотри, ребят, ой, сколько там уровней пошло. Ну, хотя не только 2 уровня, но 138 счастья, нормально. Дивоту 9, по нити тоже там нормально. В этой серии мы вряд ли прокачаем. Нет, не прокачаем даже ни Дивота, ни по... Да ты что, издеваешься? Ни Дивота, ни по ниту, но все же. Хотя бы чуть-чуть, да? 9 уровней уже осталось. Да ты что, издеваешься? Вот, наконец-то. И, в принципе, следующего покемона, наверное, после Дивота, я не знаю, кого мы возьмем, но после Панита я знаю, что мы возьмем... После Паниты мы возьмем Иви и сделаем себе Флариона, да. А после Флариона там уже останется только одна Иви, и, в принципе, будет самое такое, самое, потому что будет у нас Амбрион, ребята. Но это уже на последней Иви. Я думал, ты с кем-то сражайся, а нет, это там Шакл с Джиодудом. Хренасятся друг с другом. Ну, смотрите, ребята, вот там босс, может, успеем сейчас, если кто-то нормальный будет, а не в земле, потому что в землю я вообще лично не имею желания. Так, кто у нас? Ультимейт? Ух, я надеюсь... А, да, вот он, ребята, самый. А ну, если так, быстренько. Опа, прямо ему жопенцию кинули. Иди сюда, наконец-то. 123 уровень, ребята, пожалуйста, экспешер, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мон флейморб. Нам никогда экспешер не выпадет. О, но зато Панита уже эволюционирует. Давай, давай. Не забываем, ребята, отгадывать. Да, вы угадали, в предыдущей серии это у нас было, что за покемон это было. Панита. Где-то 70% написали, что это Рапидаш, но это не Рапидаш, это была Панита, ребята. Ну, в принципе, да, они такие схожие, поэтому чуть-чуть сложно их различить. Но все же это... О, нифига себе, черная. О, еще и Дивот эволюционирует. Поэтому, ребята, это была Панита. В этой серии новый покемон, угадывайте. Надеюсь, многие угадают, что это за покемон. В следующей серии вы узнаете, кто это был, в принципе. Ну давай, 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 там куча бишарпов. Нам еще нужно тебе 4 уровня прокачать, самурод. Вот так. Бэкпак. Вот так, замечательно. Там у нас еще и те хрени, да, глины разноцветные, чтобы... А не, 3 уровня, ни хрена себе. Чтобы делать вот эти всякие хрени. Украшения, да. Ребята, я не знал, в принципе, покехил. Я не знал, что мы сумеем прокачать Дивота, но, как вы видите, сумели. Ну как сумели? Еще 2 уровня осталось, поэтому не будем заранее говорить, но все же. Уже почти. Сейчас нужно посмотреть, сколько там у Паниты. Паниты 40, поэтому все. Выкладываем сразу, чтобы ее не перекачать. А вернемся домой, сразу выложим ее в компьютер. Сразу возьмем нового покемона. А как я говорил, новый покемон это у нас будет Иви. Да. Самурод. Давай, еще один уровень. И мы сейчас утром вернемся домой. Сразу 2 покемонов выложим в компьютер. Я надеюсь, что так и будет. В принципе, чем бы тебя ударить? В принципе, вот этих павниардов тоже нужно убивать, ребята. Все-таки орб 169. В этой серии мы должны прокачать минимум к 150, да. То есть каждую серию мы должны прокачивать минимум по 30 слотов для орба. Это минимум. Все, самурод, ребята, тоже 40 уровень. Все. Сейчас кого я говорил? Риолу и Шелгуна. Ну и Тропинча, в принципе, тоже. Ребята, может, хотя я не знаю одну вещь. Будет ли Риолу сильный
на каких-то больших уровнях, чтобы он смог потаскаться с нашим Гроудоном, да, чтобы сделать Лукарио капитаном команды. Потому что сначала у нас был Свамперд, сейчас Гроудон уже большое время, и как вы видите, Гроудон уже, в принципе, до хрена какой большой уровень. Поэтому, чтобы Гроудона заменить на какого-то другого покемона. Суйкун, ну Суйкун не будет справляться, потому что он не такой сильный. Например, вот Бишарпов, он вряд ли будет с одного удара убивать. Энтеи мы уже пробовали. Свамперта не хочется опять брать. Вот я поэтому сейчас и спрашиваю. Ребята, думаете, что Риолу, точнее уже потом не Риолу, а Лукарио справится? Будет ли он какой-то сильный, чтобы тащить нашу команду? Вот это я не знаю, нужно будет попробовать. Гравеллер. О, ну, в принципе, таких, да, пока те там дурачатся двое, можно убить и Гравеллера, и орб прокачаем, и может чуть-чуть опыта нам дастся. Фу. Хотя, ребята, наверное, знаете, что в этой серии мы уже и Риолу прокачаем. Точнее, не прокачаем, а чтобы хотя бы он эволюционировал. Сколько там? 205, то есть еще 15 счастья, и он уже прокачивается. Сейчас мы, в принципе, быстренько сбегаем длинный бьем, убьем пару лайронов, райхорнов. И, в принципе, нормально даже прокачаемся. Риолу. Ты какой? Ух, 12 уровень. Нет. Не нужно. Так, ладно. Давайте сначала очистим немного наш инвентарь, чтобы не было вот такого. Это выкинем. Это тоже выкинем. И, в принципе, все, да? Знаете, что я вспомнил, ребята? У нас же практически нету покемонов, которые водятся в болоте. А я как раз сейчас увидел болото, ребята. Как думаете, может сейчас нам нахрен наловить 10 каких-то новых покемонов, которых у нас еще нету? Глум, иди сюда, дай мы тебя быстренько... Нет, не убегай. Твою. Не убегай, потому что Риолу еще нужно где-то 2-3 уровня. Вот так. Риолу, пожалуйста. Ну, в принципе, еще где-то один уровень, да? Опа. Первый покемон. Кофинг. А хотя нет, это не Кофинг, это уже Визинг. Поэтому, в принципе, сейчас мы его быстренько зафигачим. И эволюция, ребята, Риолу. Наконец-то. Многие этого ждали, многие просили. В принципе, Дратини еще нужно словить. А я всегда забываю написать, чтобы Дратини мы искали в поиске, да? Ну, давай, Риолу. Три эволюции за одну серию. Панита Рапидаш. Рапидаш. Дивот Самурот. Лугия. Какая Лугия нафиг? Риолу Лукарио. Вот он наш Лукарио. 28 уровень. Давайте быстренько вылечимся. Кто тут есть? Опа, а ну сейчас секундочку. Кто тут есть в болоте, чтобы мы его словили? Ну, Кофинг. Парас. Еще там может кто-то есть прикольный. Потопали. Так. Опа. Давайте выключим. Я говорю, когда с камерой, это, ребята, очень как-то глючит. Я не знаю, почему. А, я уж думал, думаю, нахрен, что за... Это вроде хрень, которая увеличивает, что ли, силу нашего покемона, что-то в этом роде. Опа. Пуливаг. Нам вообще нужно два пуливага. Потому что как бы у него две эволюции так же, как и Водиша, две эволюции так же, как и еще у кого-то. То есть, Бро Кинг, точно, мы же Бро сделали, сейчас нам Кинга нужно с помощью шапки сделать. И, кстати, у нас, ребята, два слоу хрена вот этих шайни. Так. Кто у нас тут есть еще? Ну, вроде пока что никого, да? Точнее, в данный момент я никого не вижу, кого бы нам нужно было словить.
Тут у нас голдак, не нужен до... Нет, не нужен випинг, велогром... Не. Больше, ребят, походу, нам никого не нужно. Поэтому давайте быстренько идем домой. Сколько у нас там? Ну, еще 10 бы нужно было прокачать. Если не прокачаем, в принципе, ничего такого страшного не будет. Но все же лучше бы было. Так. Сейчас мы быстренько идем, выложим вот это все в компьютер. Что у нас тут есть? Допустим. Вот это все. Ну, это, ребят, все нафиг нужно выкладывать, потому что это жопа. Сколько у нас тут всего вот с вещей. Это возьмем еще. Так, что тут мы можем? Вот это выложить. Это выложить. Сюда. Это. Таймер. Да, вот это. Орб. Замечательно. Сюда вот это, вот это, вот это, вот это. Вроде все, да? Сюда. Это. Нет, не все, еще вот это забыл. Вот, замечательно. Еще вот так. Вот так. Вот сейчас все, сейчас почистили. Фу, ну что, выкладываем Рапидаша, выкладываем Самурота. Двух покемонов мы выкладываем в этой серии и берем двух новых. Вместо Самурота нужно тоже какого-то водного взять. Допустим, сейчас поищем что-то. Глассион у нас тут есть, 35-й. Допустим, Тентакула, Рамурейда. О, давайте Рамурейда. А вместо Рапидаша, как я уже говорил, мы берем Иви. Чтобы потом не говорили, о, Эдисон, ты обещал Иви, а ты ее не взял, а взял кого-то другого. Поэтому нет, ребята. Берем мы Иви. Так, ну что. Иви, в принципе, знаете что? Иви давайте, наверное, сразу просто эволюционируем. Зачем париться? А Рамурейда пока что нет. Там еще босс, я вижу. Кто это у нас там? Пласл. Обычненький покемон, но все же можно пойти попробовать. Словить. Уф, словить. Убить нафиг, словить. О, там еще... Ух, это... Кто? Мэджикарп? Милтанг Шани. Насмешил нафиг. А знаете что? А Милтанг же у нас вроде самый первый шайни был еще в самых тех сезонах, когда еще не было ни Покерадара, ни хрена. Милтанг у нас вроде был самый первый шайни вообще. Хм. Или Милтанг, или Нидоран Фемейл, Нидоран Мейл, что-то в этом роде, между этих трех покемонов. Но вроде все-таки Милтанг вроде был. Нифига себе, сейчас Милтанг. Хотя, знаете, в этом, в принципе, и небольшой плюс, потому что Милтанга у нас вообще нету, потому что мы его даже не пытались словить, потому что, в принципе, его можно было словить любое время, их тут куча бегает, это во-первых. А во-вторых, сейчас мы его уже словили, наконец-то, а в-третьих, еще необычного словили, а еще и Шайни нафиг словили. Фух. Ребята, знаете что? Я хочу себе добыть немного песка. Песок нам нужен для того, чтобы построить качалку для Блисси. А как я уже говорил, я ее буду строить в форме тоже травяного, а стеклянного купола. Поэтому, в принципе, мне нужно много вот этого, много песка. А песок я добываю, чтобы потом не говорили, что я читерил, да, или еще что-то сделал. На себе. Поэтому, ребята, я его добываю сразу на ваших глазах, да, чтобы потом не говорили, что я считерил его. Мы много, в принципе, добывать не будем, вот только вот это, наверное, и все. Вот еще вот этот слой. И, в принципе, побежим домой, поставим на пережарку. Ну, тут, в принципе, ну, не скажу, что очень-очень-очень много песка у нас будет и стекла. В конце концов, да, но все же более-менее хоть что-то будет. Так, тут у нас ни хрена нету, вот эти шахты странные. Еще шайн Гулдинш. Не, ребят, он у нас уже есть 100%, мы уже вроде его и прокачали, поэтому не будем.
Давайте быстренько, хотя... Давайте быстренько Иви эволюционируем. Пойдем поставим песок на пережарку. Я потом начну делать стекло и, в принципе, уже делать и качалку, да, чтобы не париться. А потом мы уже, в принципе, продолжим вместе это все делать. Я хотя бы начну, чтобы определиться, где что и как у нас будет стоять. Так, ну давайте еще быстренько вот эту лечилку выложим. Вот так. Замечательно. И, в принципе, давайте поставим вот сюда и вот сюда. Смотрите, ребят, это все быстро будет, у нас же обсидиановые печки нафиг. Конечно, мы сейчас ждать не будем. Ребят, печеньки берем, не стесняемся, берите. А, в принципе, наверное, мы уже на этом будем заканчивать вот эту серию, я так думаю. Чтобы, в принципе, не тянуть, мы словили покемонов, мы прокачали Рапидаша, Самурота, Риолу. Это классно. В следующей серии мы будем прокачивать Шелгуна и Лукарио. После этих двух мы начнем прокачивать Тропинча. Ну, как бы, не Тропинча. Флариона, Ремы. Короче, будем... О, еще один Шайнин, нифига себе. Какое-то нашествие Шайнин. Реально, ребят, какое-то нашествие Шайнин. То Милтанг, то Гулдин, то Одиш. Хотя Одиш нам нужен, я согласен. Потому что Одиша две эволюции, в принципе, нам нужно словить двух Одишей, двух Пуливагов, двух... еще там кого-то, да, сейчас не буду вспоминать. Уже хотя бы с тех двух Одишей один уже будет Шани. Вот еще один Одиш. Его мы, в принципе, потом словим. Сейчас одного хватит. Там же Одиша есть эволюция с помощью травяного камня, да, есть эволюция с помощью солнечного камня. Так, поэтому, в принципе, ребята, и так нам еще еще один нужен Одиш. Вот, смотрите, этот, Мантин, Пуливаг. Мы словили в этой силе Пуливага, Милтанка, Одиша. Ребята, точно. А, у нас же еще есть Шайни Белдум, точно, его еще нужно будет прокачать. Я же забыл, капуста. Я словил вне серии Нидоран Фемейл Шайни, он 4 уровень, поэтому Нидоран Мейл. Да, Нидоран Мейл Шайни, он 4 уровень, ребята. У нас еще и Лидиан есть Шайни, поэтому, в принципе, мы потом будем его прокачивать. Ну, тут много покемонов, потом опять также нужно будет рассортировать, кто прокачанный, кто не прокачанный, да. Допустим, Гипно уже сюда, потому что он прокачанный. Кробат туда, потому что он уже прокачанный. Урсарин туда, потому что он уже прокачанный. Анжелка вон. Сайзор на яички, потом, допустим, Венонат прокачанный уже у нас идет на Дунфана, потом Праймэйп у нас уже идет на... идет на Спирова, потом Винипед у нас идет на... Нет, Дактрио, нет, он еще... Фундума, потом кто у нас еще идет туда? Бишар, ла-ла-ла, ну вроде тут уже никого нету в этом третьем ящике. Нет, еще Арбаку идет вместо Нату. Магмуртар идет вместо Гулдин, вот Гулдин Шайни у нас. И тут вроде, ребята, никого нету, если я кого-то пропустил, кричите, потому что сейчас вроде в третьей уже никого нету. Четвертое у нас кто-то есть прокачанный? Вот, Крафтант у нас есть. Вместо кого он у нас идет? Тут есть еще. Вместо Старли идет. Хотя Старли у нас, в принципе, тоже уже прокачан. Это как бы Шайни. Да, мы же Шайни тоже других ловили. Самурот у нас идет вместо... Кто тут у нас еще? Вместо Чатота. Еще Псайдак тут есть. Тоже идет вместо... Оникса мы еще не прокачивали. Хотя бы до 40 уровня потом прокачаем. Вместо Голема, например. Тут у нас вот этот идет вместо... Пиджия, Пипинсир, тоже нужно куда-то его поставить, потому что он у нас еще не прокачанный. Хотя, в принципе, тут тоже уже и других нету прокачанных, поэтому пускай он там пока что остается. А, в первом ящике вроде все... Нет, вот ты еще не прокачанный, ни хрена себе.
Допустим, клинк у нас идет вместо вот. Белспроут у нас идет вместо, допустим. Кабутопс прокачанный. Ну, в принципе, вот все. Потом мы это, ребят, все рассортируем, не переживайте. Сейчас, в принципе, это нам не очень так важно, но хотя бы, чтобы какой-то минимальный порядок был. Фух. Ну что, давайте на этом, ребят, заканчивать. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Давайте наберем 500 лайков, чтобы, в принципе, меня поддержать, чтобы выразить свою поддержку и чтобы новое видео вышло как можно быстрее, потому что сегодня Pixelmon это вышло уже как второе видео, потому что первое вышло там. Игра вроде на сервере, да? Поэтому давайте на этом, ребята, заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.